В Ростове-на-Дону задержаны двое жителей Ростовской области. Они подозреваются в разбойном нападении на семью жителя села Конуково Сарпинского района Калмыкии 6 ноября прошлого года. Подозреваемые проникли на территорию предприятия, где совершили убийство рабочего. Кроме того, пострадал сам предприниматель, его супруга и похищены 500 тысяч рублей. Следователями Следственного управления по Республике Калмыкия во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия при силовой поддержке управления Росгвардии по Республике Калмыкия в ходе проведения неотложных следственных действий на территории города Ростова-на-Дону были задержаны двое жителей Ростовской области, подозреваемые в разбойном нападении на семью жителя села Конуково Сарпинского района Республики Калмыкия. Один из подозреваемых является действующим сотрудником органов внутренних дел одного из соседних регионов. Жителям Ростовской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренных пунктами Ж, З, части 2 статьи 105, пунктом В, части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следователя Элистинским городским судом Республики Калмыкия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.